Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал Миколаїв, і сьогодні у нас в полі зору транспорт. Вас в студії вітає Віолетта Ордюнян. І сьогодні у нас в гостях експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури Ігор Юрійович Жатінський. Ми раді вас вітати у нас в гостях. Тема транспорту на сьогоднішній день в Миколаєві дуже актуальна. І 4 липня перевізники міста провели пікет на головній міській площі, тим самим вимагаючи підняття тарифу на перевезення пасажирів. Уже другий тиждень тягнеться протиборство пасажири-перевізники. Городяни, в свою чергу, організували флешмоби з закликом не користуватись маршрутками. Чи призведе кудись такі протистояння? І хто в цій ситуації правий? Ну, вопрос, скажем так, довольно-таки очень непростой, потому что он не вчера возник и не завтра закончится. Вопрос заключается в том, что на протяжении многих лет в наших городах, не только в Николаеве, но и по всей Украине, очень как бы халатно подходят к программе разработки и развития муниципального транспорта городов там, на долгосрочной перспективе. И что из этого получается? Что фактически у чиновников нет видения, как городская инфраструктура, как городской транспорт должен развиваться на ближайшие 10, 15, 20 лет, какие приоритеты должны быть в развитии инфраструктуры, в ее развитии. И отсюда получается то, что, как итоги. Рассматривая данный вопрос, можно оправдать действия как одних, так и поддержать действия и других. Что касается требований перевозчиков, все забывают о том, что буквально прошлым летом прошел конкурс на определение победителей на перевозки на городских маршрутах общего пользования в городе Николаеве. И тогда мы говорили, что по условиям конкурса те чиновники, которые тогда работали в городской администрации, а сейчас они уже не работают в городской администрации, а работают на фирмах-перевозчиках. Кстати, интересный вопрос, чьи интересы они отстаивали. Мы тогда говорили, что условия конкурса прописаны не в интересах громады. В условиях конкурса мы тогда обращали внимание, что вместо того, чтобы в условиях конкурса прописать классы автобусов, а это имеется, подразумевается, класс автобуса малой вместимости, средней вместимости или большой вместимости, там М2, М3, ну, есть специализированная классификация данных автобусов. Там были сделаны такие допуски, которые позволили на рынке остаться тем транспортным средствам, которые должны давно уже были уйти в историю. Это было сделано, скажем так, в угоду перевозчикам, чтобы они остались работать на своих маршрутах и, скажем так, удовлетворяли требования тех, кто им в этом плане помогал. Что получилось? Городская власть тогда еще, тогда только избрали не так давно городского голову, он еще не успел до конца вникнуть во все проблемы, при том, как команда в большинстве своем осталась предыдущая. И я так понимаю, что команда была заинтересована в подыгрывании не громаде, а перевозчикам. А мы же прекрасно понимаем, что если есть дисбаланс интересов громада, бизнес и власть, то тогда неправильно идет развитие. В чем заключается суть власти? Власть должна контролировать процессы, которые необходимы, чтобы интересы громады не нарушал бизнес. И то же самое, чтобы те процессы, которые происходят, позволяли бизнесу развиваться. А когда просто бизнес делегирует своих людей во власть, и люди от бизнеса принимают решения не в пользу громады, а в пользу бизнеса, получаются перекосы. Как итог, что мы получили? На сегодняшний момент, по заявлениям городских властей, на территории города Николаева ежедневно выходит на маршруты от 800 до 1000 транспортных средств. Если брать численность города Николаева немногим более 400 тысяч, то всем понятно, что экономически обоснованная численность автобусов в городе Николаеве это где-то 400-450 единиц. О чем это говорит? Что когда проводился конкурс, работники, которые готовили документы, они должны были прописать в условиях конкурса автобусы средней вместимости, чтобы позволило городу
начать процесс обновления подвижного состава. Это позволило бы уменьшить количество подвижного состава. А почему его не уменьшили? Мы прекрасно понимаем, что пагубная практика покупки дозволов работы на маршрутах в городе Николаеве была испокон веков. Испокон веков. И понятно, когда на маршрутах Николаева работает 400 машин средней вместимости, и, скажем так, если человек покупает новые автобусы, выставляет их на конкурс и побеждает работать, он не понесет хабар, потому что у него новый автобус сертифицированный, который прошел все ГОСТы. А если человек пригнал переоборудованную маршрутку с грузового транспорта, переоборудовали, поставили сиденья, переоборудовали, начали возить пассажиров, то понятно, чтобы его пустили на маршруты города, он нес взятку. Поэтому тем людям, кто отвечал за это направление, им было выгодно, чтобы работали не нормальные автобусы, а работали переоборудованные маршрутки, и которых должно быть не 400, а их же наводнили город до 1000 маршруток. Правильно, тот, кто это отвечал, снял, как говорится, сливки со всего этого, получается. Почему так чиновники неохотно и шли по требованию громадскости на обследование пассажиропотока? Потому что все прекрасно понимали, что у нас очень много дублирующихся маршрутов. Некоторые маршруты надо было давно закрыть, в некоторых сократить количество маршруток. А у нас помимо того, что их не сокращались, так еще никто не контролировал, сколько реально маршруток, на маршрутах ездило. И отсюда получается, не изучен пассажиропоток, не разведены маршруты, и получается, возникает экономический дисбаланс у перевозчиков. В этом плане, как, тут нельзя сказать, перевозчики как бы сами себя в этом плане загнали, потому что, как любой бизнес, они пытаются, знаете, им какую-то нишу дали, они ее заполняют. Им сказали, что можно не 400, а 600 маршруток, они сделали 600, им сказали, что можно 800, они заняли эти 800. Они люди бизнеса, какие правила игры мы им позволяем, так они и работают на этом рынке. Поэтому тут нельзя сказать, что перевозчики, тут в большей степени виноваты те люди, которые занимались транспортной политикой в городе, и в сферу чьих компетенций входило эти все вещи регулировать. Они этого не делали. И сейчас, когда перевозчики говорят о повышении стоимости проезда, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения экономической обоснованности, я вам хочу сказать, если бы сейчас у нас было не 800, а 450 маршрутов, и если поднять стенограмму прошлого конкурса летнего, когда определялись победители, там перевозчики в один голос говорили. Когда им говорили, почему вы выставляете старые транспорты, не предлагаете новые, они говорили, дайте нам выиграть конкурс, мы будем знать, что мы выиграли конкурс, мы начнем обновление подвижного состава. О чем это говорит? Что фактически перевозчики обманули и городскую власть, и громаду. За год обновления подвижного состава, я понимаю, если было бы так, что прошел год, перевозчики сказали, вот мы выиграли договора на 5 лет, вот за год мы обновились на 20%. Вот там 100 машин мы купили для города, и люди бы это увидели. Увидели обновление, улучшение сервиса, качества. Тогда у людей меньше возникало вопросов. А когда люди видят, что их кругом обманывают, это возникает обратная реакція. От, до речі, стосовно якості. Беручи до уваги якість самих автомобілів, які працюють на маршрутах міста, то претензії городян не безпідставні. На дорогах багато старих авто, маршруток, де менше 18 місць, вони диряві, брудні салони. У соцмережах дуже багато фотографій, якими діляться миколаївці. І це стосується не тільки міських перевезень. Транспорт, який допущений на міжобласний, міжміські перевезення, теж не на висоті, тому використовуються маршрутки, приобладнані з вантажних автомобілів на пасажирські, експлуатація яких заборонена для перевезення пасажирів. Як взагалі виникло таке явище, як переобладнання маршруток, наскільки це небезпечно і хто повинен за цим стежити, хто відповідальний? Понимаете, у нас, как вы знаете, всегда очень многие люди занимаются, особенно чиновники, политики, занимаются демагогией, что касается жизни людей, безопасности людей. А когда дело касается бизнеса, кармана, все почему-то идет не в угоду громаде или конечному потребителю, человеку, а в угоду тому или иному коммерсанту, который хочет занять ту или иную нишу. Почему, откуда появилось такое явление переоборудованные маршрутки? Это явление появилось
скажем так, страны Европейского Союза, в отличие от Украины, ну, как бы уже, наверное, на десятки лет идут впереди нас. Если у нас там еще стандарты Евро-2, там уже Евро-5, Евро-6, Евро-7 и выше. Понятно, что в Европе идет очень быстрое обновление подвижного состава. И, скажем, их подвижной состав по сравнению с их нормами очень быстро устаревает. Возникает вопрос, куда девать транспортные средства. Эти транспортные средства продают в страны так называемого третьего мира. Или страны с слабо развитой экономикой. Кто хирше нас. Да. Такие страны, как Украина и так далее. Поэтому ни для кого не секрет, что чиновниками Европейского Союза было в свое время, это еще это не сегодня, не вчера, это было лет 20 назад, было пролоббировано принятие решения о снятии запрета и ограничений по ввозу БУ транспорта на территорию Украины. Соответственно, их БУ транспорта заполонил рынок Украины. Учитывая то, что наш рынок производства автобусов не был конкурентно спроможный по отношению к европейскому, мы не смогли ценовое конкурировать. А чтобы вы понимали, европейцам выгоднее отдать бесплатно автобус, чтобы его убрали, чем платить налоги за утилизацию в своей стране. Поэтому наши предприниматели за бесплатно практически взяли оттуда автобусы, заплатили за растаможку, привезли. И потом что надо было сделать? Закон вообще об автомобильном транспорте, постанова Кабинета министров 176, пункт 32, гласит, что использование переоборудованных транспортных средств на территории Украины для перевозки пассажиров запрещено. Но есть маленькая оговорка, но при условии прохождения данными автобусами испытаний и получения сертификации. Что мы получили? Что во всех западных областях Украины, во всех гаражах практически появились сертификационные центры, которые начали выдавать к пригнанному из-за границы автобусу сертификат соответствия. Ну, государство, так скажем так, отнеслось не очень, скажем так, по-хозяйски к этому процессу. И у нас получилось весь брут и хлам, который... наверное, по сравнению с нашим уровнем жизни, для нас это кажется 10-летний или 20-летний Мерседес, это фантастика. Но если мы берем с Европейским Союзом, то это для них это считается хлам и металлолом. А ці центри, які видають сертифікати, це хіба не ще одна ділянка для розвитку корупції? Ні, так я ж о чому я говорю, я ж не хочу сказати, хто за цим стоїть, ми розуміємо, хто за цим стоїть. Хто у нас, як правило, завжди мають прибуль ті, хто має щось контролювати. Поэтому кто должен контролировать, они все это дело организовали, поставили на поток. И получилось как? Помните правильно, если государство самоустранилось от развития данного сегмента рынка, бизнес будет этим пользоваться. Это не проблема того перевозчика, который купил там, в Ужгороде или где-то там во Львове эти переоборудованные машины, пригнал их в Николаев и работает. Он ищет дешевле. Давайте вот я, чтобы вам было понятно, я приведу пример. Если... Наши маршрутки класса «Богдан», «Эталон», на сегодняшний момент цена их 55-60 тысяч долларов, то переоборудованный «Мерседес», который «Спринтер», его цена где-то там 15-20, это в хорошем состоянии 15-20 тысяч долларов. Вы понимаете, когда он сравнивает, конечно, ему проще купить три «Спринтера», чем один «Богдан». Поэтому, а государство у нас, оно не дотирует отечественного товаропроизводителя, оно не дает льготные кредиты на приобретение отечественных автобусов, оно не разрабатывает программы по развитию муниципального транспорта в городах. Поэтому эта ситуация получилась как? Ситуация то, что довело государство, и то, что, скажем так, еще помогли местные чиновники на местах, и получилось то, что мы имеем. А от буквально минулого місяця в Міністерстві інфраструктури повідомили, що про розробку проєкту постанови Кабінету міністрів, який передбачає проведення перевізників на жовті номери. У міністерстві стверджують, що в цьому проєкті тільки переваги для тих, хто працює в сфері пасажирських перевезень. Чи є інші думки? Про що не думають самі перевізники? І для початку розкажіть, чим відрізняються жовті номери від білих? Ну, я вам хочу сказать, что это ноу-хау министерства, ну, хорошо забытое старое, это лет 20 назад про это забыли,
скажем так, в погоне за либерализацией рынка, сейчас вспомнили. В чем простым языком суть белых номеров от желтых номеров? Просто и раньше, и сейчас планируется, что по законодательству признак желтого номера – это признак работы данного транспорта по обслуживанию пассажиров. Скажем так, общественный это транспорт. Что это не транспорт личного использования, а это транспорт для обслуживания, предоставления услуг. Это. Но вопрос заключается в чем? Я вам хочу сказать, в данной конфигурации эта проблема не решит. Я объясню почему. От того, что там прописано такое понятие, что у перевозчика должна быть лицензия для осуществления своей хозяйственной деятельности. Я вам хочу сказать, у всех нелегальных перевозчиков и легальных, у всех есть лицензии. Вопрос только во втором. Почему все о чем об этом забывают? Что у легального перевозчика есть допуск к маршруту, есть разрешительные документы, а у нелегального перевозчика этого допуска к маршруту нету. И желтые номера, будет ездить и легальный перевозчик с желтыми номерами, или нелегальный. Понимаете, просто вопрос заключается, просто кто-то сейчас на каком-то этапе, чтобы отвести, скажем так, удар от решения глобальных вопросов, просто предлагает полумеры. Но эти полумеры ничем позитивным не обернутся, просто замыливанием глаз. Поэтому я не стал бы питать иллюзии насчет, поможет это перевозчикам или нет. Тут мы должны четко понимать все, что задача, то, что происходит на рынке транспортных услуг, и то, что касается взаимоотношения перевозчик-пассажир, мы должны своим рублем голосовать за цивилизованный выбор. Если вы понимаете, вопрос заключается в том, что да, я, кстати, целиком поддерживаю тот флешмоб, который организовали горожане, потому что если мы видим, что на маршруте идет новый Богдан или новый Эталон, или там автобус большой вместимости, да, я голосую рублем, я покупаю билет и еду в этом автобусе. Если я вижу, что вопреки запретам и законам, ездит разваленный сарай, да просто, а чиновники делают вид, что они не видят, контролирующие органы видят, делают вид, что они не видят, значит, надо стараться голосовать против такого бизнеса против. Тобто ви думаєте, що такі флешмоби, коли громадськість пристане користуватися транспортом, призведуть до змін? Однозначно. Если ничего не делать, я вам приведу просто пример из жизни. Мы сколько лет... Активисты Николаева борются с нелегальной автостанцией на улице Пограничной. Отправление на Одессу. И они привозили сюда и руководство, и все. Я хочу сказать, что они добились. Ни для кого же не секрет, что с автостанции Южной автобусы отправляются на Одессу по 130 рублей, а с межгородского Николаевского автовокзала по 90 рублей. Вы вдумайтесь, это заслуга общественников, которые борются с беспределом нелегального бизнеса и тем самым помогают легальному бизнесу, который платит налоги, который отправляется с легального автостанции, который страхует пассажиров, ездить по 90 рублей. А тут уже вопрос заключается в том, что если вы хотите поддерживать мафию, едьте по 130. Угу. Если вы хотите поддерживать легальный бизнес и конкуренцию, едете на автовокзал, едьте по 90 рублей. 90. Пассажиры сами сейчас вправе выбрать. Но это сделали, опять же, это сделали общественники. Они добились, они сделали условия конкуренции. Если вопрос заключается в том, что если сделать возможность, тот же городской голова или там зам городского головы собрал бы перевозчиков и сказал: мужики, я уполномоченный в городе руководитель. Давайте так, хотим мирно жить. Я вам даю возможность выиграть конкурсы. Но вы должны дать громаде обещание, что в течение года на 20% вы обновите подвижной состав. Тогда бы, я вам хочу сказать, проблем бы не возникло бы. Все бы увидели, что это цивилизованный подход, и все бы начали бы двигаться в этом направлении. И тогда, когда вопрос бы стал бы о том, что надо повысить проезд на 5 гривен, люди понимали бы, что да, видят, что к ним относятся по-человечески, что подвижной состав обновляется, в это направление надо двигаться. А они не видят диалога, они видят, что их постоянно обманывают. Поэтому это и происходит. В минулому році Міністерство інфраструктури розробляло постанови, які, за їхніми прогнозами, повинні були поліпшити умови роботи пасажирських перевізників.
Це пакет регуляторних актів щодо лібералізації та дерегуляції ринку автобусних перевезень. Багато зауважень і доповнень з боку самих перевізників було. Минуло вже більше півроку. Чи прийняті до уваги зауваження та пропозиції самих перевізників? Ну, ситуація цих нормативних актів дуже непроста. Я вам хочу сказати, опять же, под эгидой Министерства инфраструктуры в угоду, так скажем, принятия закона по либерализации рынка пассажирских перевозок, которые ссылаются, чтобы привести их в соответствие к европейским нормам, были предложены эти изменения. Увы, что у нас происходит, и не только это в транспорте, это у нас везде такое происходит. Едут наши чиновники в Брюссель, смотрят европейские законы, но не смотрят европейскую действительность. А потом берут эту кальку и пытаются перенести на украинские реалии. Вопрос заключается в том, что проблема любого бизнеса в Украине – это неподъемная коррупция. Я вам скажу, в любом тарифе, на любые услуги, на ЖКХ, на все, на транспорт, значительная дельта идет коррупционная. Если, но эту же коррупционную дельту ты же нигде не задекларируешь, ты же никак ее не сможешь провести через налоговую, все остальное. А ее надо платить. Вопрос заключается в том, что нельзя больному человеку, когда мы не нормализовали температуру тела, производить операцию. Сначала надо нормализовать температуру тела, провести. Потому что реформы дело нужное. Но вопрос заключается в том, что реформы, когда у нас поголовная коррупция, реформы только порождают еще больше вседозволенность и всю коррупцию. А у нас все профильные ассоциации без исключения выступили против реформ в том виде, в котором они есть. Но у нас Министерство инфраструктуры, я не знаю, наверное, оно уже наверное, со всеми отраслями, отраслями транспорта переругалось, потому что оно пытается быстрыми методами получить какой-то суперрезультат, чтобы отчитаться, а оно не получается. Оно пытается какое-то ноу-хау изобрести, но изобретает ноу-хау, не привлекая профильных специалистов. Мы говорим, как вы планируете, ну, я уже в предыдущих передачах рассказывал нашим телезрителям, но если министерство выходит с такой инициативой, что надо фактически автовокзалы нам не нужны, это пережиток прошлого, люди могут отправляться откуда хочет, ехать куда хочет. Ну, понимаете, фактически сделать полностью разбалансировку рынка, чтобы ездил кто хочет, куда хочет и откуда хочет. У нас и так сейчас никто ни за что не отвечает, потому что вроде бы контролирующих структур много, они все плодятся, но только, знаете, как бы их несовокупный вес возрастает, а пользы на дорогах лучше не становится. Чтобы наши пассажиры тоже в курсе были, только за 5 месяцев текущего года у нас было аварий с участием нелегального бизнеса, это 97 аварий. Из них 225 человек, которые оказались, скажем так, в очень неприятных ситуациях или лишились жизни. Это о чем говорит? Что, понимаете, вопрос заключается в том, то, что сейчас происходит на дорогах и в транспорте. Тут сначала надо навести порядок, сначала упорядочить, а потом реформировать. А так мы сейчас, получается, положим то, что кое-как существует, потому что реформами заниматься должны профильные специалисты. Почему мы говорим, что невозможно так, когда в профильном министерстве работают все, только не транспортники, понимаете? О каких реформах можно? От того, что сын мажора съездил за границу и поездил там на ленд-крузеры по европейским дорогам и приехал, говорит, я хочу на таких дорогах здесь ездить и на таких машинах, чтобы я мог здесь ездить. Но так этого чуда не случится. Надо же понимать процессы. Почему у нас дороги выходят по себестоимости дороже, чем в Европе? У них служит 30 лет дорога, у нас 3 месяца вместе со снегом сходит. Вот наши реалии. Саме для донесення позиції громадян при міністерстві створюються громадські ради. Вони забезпечують участь громадян в управлінні державними справами. Здійснюється громадський контроль діяльності міністерства взагалі. Місяць тому відбулись установчі збори з формування нового складу громадської ради при Міністерстві інфраструктури України. Але наскільки відомо, рада так і не почала свою роботу. Можете прокоментувати ситуацію, що склалась? Ну, как вы уже сказали, что придерживаюсь демократических принципов, при каждом министерстве и ведомстве создаются громадские рады, которые должны контролировать деятельность министерства. Ну, так получилось в нашем министерстве, что громадская рада создана, но она не устроила
министра инфраструктуры. Он хотел видеть там не своих людей, а избрали других людей. И он взял, он не признает эту громадскую раду, сейчас пытается ее распустить, чтобы по-новому избрать новую громадскую раду. Ну, это очень прискорбно, но это факт нашей реальной жизни, что сейчас происходит у нас. То есть начали, и снова уже треба переформувати. Да, потому что не угодили министру. На жаль, таке буває дуже часто у нас в країні, але будемо сподіватися на гарні зміни, і окремо в інфраструктурі, і в транспортній галузі. Ми вам дякуємо, що були Спасибо. Сьогодні з нами, що розповіли городянам, яка ситуація у нас в Миколаєві. Сьогодні у нас в гостях був Ігор Юрійович Житинський, експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури. Для вас сьогодні працювала Віолетта Рутюняна, і у нас сьогодні в полі зору транспорт. До зустрічі на телеканалі Миколаїв.